прорастет. Надо папе сказать, чтобы он тоже про Россию там мне показал же этот троллейбус, понял? Mm-hmm. А я ему сейчас обещал, что троллейбус сделаю. А, ну давай я ему покажу, как этот трамвайчик. Сейчас, секунду. Минуты заканчивается, надо, значит, на планшет переходить, понял? У нас же карта памяти стоит здесь, а придется планшетом дальше-то делать. Черт, ну ладно. Для России мне ничего не жалко. Потом в Россию этот катер.
Пошли, будем уже выходить. Ой, пешком пройдемся. Пошли. Заодно ему покажем. Пусть бабушке его покажет. Что? Что? Может, там олени нужны? Там, слышишь? Русик, тебе не повезут, я тебя... Уже время бежит, и кто сейчас будет нас возить? Мне завтра только к нему помню.